Айнурбек Турганна, чем можно объяснить относительно большое количество новых случаев в Чуйской области, с чем это может быть связано? Чуйская область у нас является той областью, которая является центром всех регионов. Очень большой объем внутренней миграции. Здесь сосредоточено население, которое прибывает из Ошской, Джалабадской и Нарынской, Сыкульской областей. Наши граждане работали на предприятиях в Чуйской области. И не только на предприятиях, они работали в сфере бытового обслуживания, поэтому в основном случаи были зарегистрированы именно в Чуйской области. Угу.